Всем привет! На связи Сергей Чураков и Татьяна Шишкалова. И мы сейчас хотим показать, как активировать в кабинете Infinii нашу платежную систему. Платежная система называется GPG. Татьяна, заходи в раздел «Платежи», «Запросить выплату». В этом разделе мы запрашиваем выплату на платежную систему GPG, и так как сейчас у нас не активирована платежная система, нам предлагает компания пройти регистрацию. Нажимаем вот эту синенькую кнопочку, и здесь надо будет заполнить свои данные, то есть юзернейм остается, e-mail адрес вводим. Дальше first name – это имя. Дальше last name – фамилия. Вот удаляй вместо last name, пиши фамилию. Там у тебя логин сейчас стоит. Пароль вводим. Дальше телефон. Страну выбирай. Так, адрес. Сити, город. Стейт – это штат, область. Повтори, Москва. И zip-код, индекс. Регистр. Так, и дальше нажми вот эту синенькую кнопочку «Процесс». Сейчас тебе перекинет на платежную систему GPG. Здесь они пишут, что надо открыть электронную почту, и на почту должно прийти письмо. Там будет пин-код. Взять этот пин-код и вставить вот в это поле. Вот, подтверждение адреса. Вот как раз пин-код. Вернее, без переводчика лучше делаем.
Нет, вверху с правой стороны, где строчка, где URL, где вот там звездочка у тебя. Да, вот это нажму. Показать оригинал. Так, пин-код вставила и submit. Так, здесь дальше заполняем все данные. То есть выбирай country, страну. Так, Рафаэла, есть пароль, придумай. Этот пароль будет уже на платежную систему GPG. Запиши его также себе. А тот, куда мы входили? А тот в кабинет Infini был. А это уже в GPG, это дополнительный пароль. Я, значит, неправильно туда пароль в этом ввела. Ты все правильно сделала. Это у тебя новый пароль будет. Это вопросы. Значит, здесь надо выбрать вопрос и написать к нему ответ. Не надо переводить, я сейчас переведу все. Значит, здесь первое. In which city were you born? Так, в каком городе вы жили, в общем? Вот, дальше. Второй вопрос. What is your favorite school? То есть, кто ваш любим... какая ваша любимая школа? Третье. What is your name, favorite pet? В общем, какой ваш любимый... Этот самый pet. Pet, не помню, что такое. Может, учитель. Так, и дальше. Who is favorite artist or performer? То есть, кто является вашим артистом в общем, в перформансе. В общем, можно выбрать что-нибудь и написать какой-нибудь ответ. Вот предпоследний вопрос. Девичья фамилия вашей матери написана. И последний вопрос. Кто там в школе у вас был фаворитом? И напиши какой-нибудь ответ, и на бумаге напиши вот такой-то вопрос, такой-то ответ соответствует. Дальше второй вопрос. Только ты записывай все эти вопросы и ответы себе. Сейчас. Ну вот, например, последний вопрос. Там, кто являлся вашим любимым субъектом в школе? Ну, короче, favorite subject, то есть любимый одноклассник, там, типа такого. Это неинтересно. Ну, в общем, можно выбрать на самом деле что угодно и нарисовать любой ответ. Может даже оно не соответствовать. Главное, чтобы ты знала, что такому-то вопросу... В каком городе? Да, про город там написано. А второй? А, про школу. То есть, кто... Какая любимая школа была? Так, ну я все переведу. Переведу. А, Борн родился. В каком городе он родился?
Выбирай никто. А? Так, здесь сеть выбрать, нажми выбрать. Ну, бери никто. И галочку уведомление. Часовой пояс там выбираем. Центральная. Плюс 4, плюс 3 у нас. Так, плюс 3. А это минус ты смотришь. А нужно плюс. Выше будет. Так, по образцу. День. Как там было? День-день, косая черта. Нет. Вот месяц-месяц, потом день-день, потом год-год. Сначала месяц через косую черту. Че пришел сюда? Иди отсюда. Ты там записываешь? Да, я это вырежу все. Иди отсюда, хватит сокать. Так, домашний телефон записывать? Нет, не обязательно. Домашний телефон. Дальше галочку. Так, слушай, а вот эта сеть, поставь вместо сети, вот видишь, там сеть написана. Да. Там что, никто и еще что было? Вот, выбери селект. Ну, оставь селект. А, звездочка, слушай. Анон, звездочка убегает. Ну, звездочка убегает. Значит, так надо. Вот так? Ну, значит так, раз звездочка убежала. Угу. Так, и все, и кнопочку сабмит. Окей? Да. И вводи свой пароль, который ты вот только что придумала. Ай, нет. Честно, нет. Все. Вуаля, ты зарегистрировалась. Я неправильно пароль забыла. Что он мне пишет? Ну ты же зашла. Если был бы пароль неправильный, ты бы не зашла. Так, так, как входить в этот кошелек? А, ну, там просто через этот, через аккаунт, да? Да, через кабинет Infinia мы сюда входим. Вот платежи. Платежи. И вот теперь смотри, если нажимаем запросить выплату. Это потому что у тебя переводчик еще включенный на перевод того, что в кабинете. Выключай переводчик. Вот, все включено. Обнови страницу, да и все. А, вот все надо. Не скрыл. Вот. И запросить выплату. Все, видишь, теперь страница по-другому. И вот когда здесь появится какая-то сумма, нажимаешь кнопочку
request, и в течение 12-48 часов деньги поступят на кошелек GPG. Оттуда можно уже отправить на карточку, либо на расчетный счет. То есть ты уже как бы привязал карточку, да? Да, я уже привязал, я уже первые деньги попробовал вывести. Все работает. То есть отсюда из кабинета Infinii на кошелек GPG по факту деньги выходили в течение... Ну, первый раз я отправлял в течение часа, второй раз отправил в течение 4 часов. Уже были в кабинете GPG. То есть очень быстро. А из GPG на карточку отправлял там 3 дня, и деньги уже на карточке. На карточку российского банка. Понятно. А какую-нибудь бы заграничную карточку, чтобы здесь не контролировали? Вот, заграничные карточки сейчас тоже начнем использовать. Там карточку Пионер заказал. Вот. Ты через через Access? Нет, аксессовская карточка, она непополняемая. Она только аксессом может пополняться. Отдельно пришлось регистрироваться на Пионере и заказывать карточку. И ее можно сюда привязать? Ну, можно попробовать привязать, да. Должно, по идее, все работать. Вот. Посмотрим, как будет на практике. Вот. И говорят также, та карточка еще с PayPal должна работать, по идее. Ну, как придет, так буду делать. В общем, на все про все нужно время, потому что карточки должны прийти к нам. Это пройдет недели две, как минимум. А они платные? Карточка Пионера, она бесплатная. То есть я не платил ничего при оформлении за доставку. То есть так, после того, как проглотили. Первое, значит, сейчас я... Так. Оплата. Оплата это $50, да? Угу. Дальше. Второе. Платежи. Угу. Да, платежи. Платежи не всегда будет у меня возможность запросить выплату. Да. Так, ну и ты скинешь, я все это просмотрю и так запишу, потому что где-то встречаюсь и надо будет это. Посмотреть. Ну, да. Так, все, то есть как бы мы это сделали. Это то, что мы должны были завтра сделать с Леной. Ну, вообще, да. Да, мы все успели с тобой сделать. Да. Хорошо, друзья, с вами были Татьяна Шишкалова, Сергей Чураков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, до скорых встреч в следующих видеороликах.